Ну чего грешница испугалась-то? Спрашивай что-нибудь о душе своей. Мы, православные христиане, людям стараемся подсказать, как спасти душу. Да. У нас большие ресурсы в интернете. Вы можете зайти посмотреть на нашем ютубе. А чем, почему раздеты это вы так? Вы не разговариваете? Надо мне здесь копировать заранее, а потом раз туда вставил и все. Здравствуйте. Здравствуйте, да. А вы слышите? Ушами слышите? Она глухонемая, наверное. Да. Она пишет вам. Надо Евангелие взять. Его нету рядом здесь. Крестится. Сейчас, смотри. Вот. Она вас спрашивает, что тут забыли? Что тут забыли? Ну, как написать? Как надо написать? Напишите. Вот здесь вот пишется. Сейчас. Она говорит, Игнать Иванович. Меня слышно? Она спрашивает, ее слышно? Да, слышу, погромче говорите. Молимся, благодарим Бога. Соболезнования мои. Да. Он в Воронеже. А мы-то в Барнауле. Я с Воронежской области, из Борисоглебска. Тоже с Воронежской области. Вот они там, в Воронеже. И он, у него богатый был опыт. Он 17 лет лежал парализованный. Случилось несчастье. У него 7 позвонков были разрушены полностью в шее. И он много работал в интернете, даже в этой рулетке, и он умер. А в рулетку я никогда не заходил. У меня есть ресурсы другие, там, YouTube, сайт, мой мир. И я решил сегодня зайти первый раз, узнать, что здесь. Могу ли я как-то заменить его? Если вы зайдете на наши ресурсы, то там на нашем YouTube 13 700 роликов только наших. У нас очень богатые ресурсы. На форуме 1600 тем, со всех сторон освещенные. Ну, то есть вы блогеры, да? То есть вы блогеры? Ну, да. Видите что, у меня прошлая жизнь была такая, что я все время общался с людьми. Преподавал в университетах 5, 3 радиопрограммы вел, во всех отделах милиции, воинских частях говорил проповеди. И поэтому... Когда я на пенсии стал, а тут интернет появился, я оказался востребованный людям отвечать на вопросы. Потому что, как поет один Кикабидзе-то, мои года, мое богатство, а мне уже 80 лет. Дай Бог вам еще столько же прожить. Дай Бог столько же прожить. Ну вот. У меня голуби, 2 голубятни. Я каждый день, здесь одна в деревне, мы с нуля строим православную деревню, где нельзя пить, курить, материться, воровать и лгать. И 27 лет мы строим. Она одна деревня на всю Россию такая, а может на весь мир. Вот все одинаковые, никто не курит, никто не пьет, никто не матерится. Школа государственная, электричество, интернет, все есть. Но все православные христиане. Первым делом храм построили, школу своими силами. Я вот начальник детского лагеря образовал 45 лет.
Ни рубля от государства не получили, тысячи детей поднимали. Отовсюду съезжались из-за рубежа и прочее. И мы сегодня хотим людям показать, как можно жить интересно в бедности. Не роптать, не злиться, а работать. Начинать день с молитвы и жить по-божьему, как Господь велит. Да, я с вами согласна полностью. Согласна полностью. Вы можете на наш зайти Ютуб, и оттуда там можем дальше когда-то встретиться. Запишите название Ютуба. «Во свете Библии». Четыре слова запишите. «Во свете Библии». «Во свете Библии»? Да, «Во свете Библии». «Открытым оком». Да. «Открытым оком». Ну, меня запишите, Игнатий Лапкин. Оно у вас откроется. «Открытым оком». Игнатий Лапкин. И когда вы это откроете, а там вы увидите, где наш сайт. А на сайте я отвечаю 4124 вопроса. Вам будет очень интересно. Про семью, ну, про все, что вы пожелаете. Тысяча вопросов. Притом вопросы отвечаются по четырем параметрам. Что говорит об этом Библия, вот я показал, во всей Библии. А я студентам преподаю когда. Что говорят святые отцы, а это 300 томов надо знать. Что говорят жития святых, 12 книг, и каноны церкви. То есть опровергнуть этого никто не может. Торопитесь. Слишком быстро говорите. Ну ладно. Вот вы знали такую святую матушку Матрону? Конечно. Она в Москве. Я знаю. Вот. Что, вот у меня вопрос у вас такой, к вам вопрос именно. Это вот на самом деле она там людям помогает или нет? Видите, я прошу Господа Бога моего, Иисусу Христу обращаюсь каждый день, и к святым, которые церковью канонизированы, а мы православные, помогает она там, люди пишут в тетради, я вот была бесплодная, теперь молилась, у меня ребенок на руках, а Иосипов об этом профессор Алексей Ильич говорит, просят-то плотского. А остальное мне еще просить-то? Я к Богу помолился и все. Попросил, Пресвятая Госпожа Богородица, Пресвятая Дева Мария, спаси молитвами, ангел-хранитель, моли Бога обо мне грешным. Иоанн Креститель, моли Бога о нас. Святитель Христов Никола, моли Бога о нас. Я повторяю примерно 77 святых каждое утро, к которым обращаюсь с молитвою. И помогают? Да, помогают. Они меня хранили в смертельной опасности. Я прошел 5 тюрем, как политзаключенный. Я видел, как убивают, умирают люди, а я вышел живой. Это Бог так сделал. И вот вы, если наши ресурсы зайдете, и у вас будет желание дальше что-то узнавать, ну, я в Ютубе просто, в Ютубе, я скину на вас какие правила. И вы можете, ну какие правила, одни, заранее мне написать надо. С 4 Москвы до 4 вечера в скайпе. По Москве. Не в Ютубе, а в скайпе. В скайпе, в скайпе. В скайпе. А в скайпе меня найти очень просто. Игнатий Лапкин. Вы выйдете и скажите там внизу или где-то, чтобы не было там каких-то аватары, а своя фотография была. Никаких ников не признаю. И там мы можем поговорить конкретно. Вы с вопросами придете. У меня каждый день кто-то приходит. Ну хорошо, у меня много к вам будет вопросов. Просто мы не будем тут эфир задерживать. Хорошо, я вас найду, обязательно с вами свяжусь. Мне одному никак нельзя. Все, она найдет вас потом. Найдете, да? Я не совсем хорошо слышу, поэтому брата переспрашиваю. Ну всего хорошего вам. Вам тоже. Храни вас Господь, во славу Божию. Добрый день. У вас день? Мы православные христиане. И вот сегодня я первый раз вышел сюда, потому что у меня умер брат, а он был парализован 17 лет. И сегодня его хоронят. И он в этой рулетке был. И я решил заглянуть, чем он там, что занимался. Он очень умный был. И всем говорил о Христе. Я думаю, дай-ка я посмотрю, может быть, я вместо него буду. Ну, здесь ничего умного нет, я вам сразу могу сказать. Так вот, я вам могу вам сказать, хорошее дело. Курить вредно, 12 лет жизни отнимаются. Человеческое тело – это храм Божий, а в храме не курят.
Я Кронштадтский говорил, уста, рот курящего, демонская кадильница. Правильно. Так что, видите, мы уже встретились, уже не зря. Я вам говорю, что Христос умер за нас и ждет от нас покаяния жизни по его Евангелию. Вот уже мы не случайно встретились. Это промысел Божий. Ну, у нас направления немножко разные, в общем-то. Ну, вы можете зайти на наш сайт, фото, на YouTube. Он называется «Во свете Библии». У меня там 13... У меня вера другая. А? Вера другая у него. Я знаю, вы мусульмане? Я мусульманин, у меня, да. У нас с мусульманами очень хорошие отношения. Я в Баку был, в доме мулы ночевали. Я ходил там в мечеть и молился с ними. В общем-то, то, что в Библии написано и в Коране, я думаю, там есть, конечно, разночтение немножко, но, в общем-то, смысл и все одинаково, я думаю, в принципе. Видите, у нас в Деяниях апостолов, 4 глава, 12 стих написано, нет другого имени под небом, данного человеком, которому надлежало бы нам спастись. Поэтому мы верим, что за нас умер Христос, Христос Спаситель. Вы, Иса, верите, что Он просто вознесся? А в Евангелии за 600 лет раньше уже написано было, что он умер. Вот Пасха, Христос воскрес, мы поздравляем. Добрый вечер. Добрый. А вы какими судьбами? А дело в том, что вот эту чат-рулетку в последнее время два ролика записал. Мой близкий человек, он умер, его сегодня хоронят. Он 17 лет был парализованный, недвижимый. И все, на весь мир известно, он писал иконы, и Сергей Козлов из города Воронеж, сегодня его хоронят. Я тогда решил, раз его уже нету, а может у него тут уже друзья, я попросил брата ввести меня в эту рулетку-то. Мы верующие православные христиане, и мы живем по Евангелию. Кто-то нуждается узнать путь спасения. Я вот сегодня впервые зашел. Может, не случайная наша встреча, может, у вас есть духовные вопросы. У меня очень большой YouTube. 13700 роликов. Я тоже православный. Как? Тоже православный. Тоже православный. Православный. Вы можете зайти на наш YouTube. Запишите, я скажу название. А вы можете мне записать в этом, там вот... Нет, там это вот. Я для вас хотел сказать, наш YouTube. 13... Ну да, вы можете... 13700 роликов у меня там есть. Вот здесь можно ввести. Вот здесь вот. Нажмите. А как? Да, можете ввести. Мышка, там, мышка вот здесь потому нажмите. Потому что вы мне скажете, я могу не найти. Вот здесь вот? Да, и запишите. Так. Вот так, видишь как? Я не вижу букву-то. Это два слова. Сейчас я разделю их. Подождите-ка. Вот так, по свете Библии, открытым оком. Вот так, вот тебе вам видно? И как, ничего не пришло. Отправить надо. Отправить. Вот это вот? Это вот? Да. Вот это? Так, что там написано там? Отправить? А тут что-то по-английски написано. А если я вот так ударю? Все, ушло. Дошло, нет? Да. Пришло. Ну вот если вы туда зайдете, там можете на наш сайт выйти, на форум. Это огромные-огромные ресурсы. А вы из Барнаула, да? Да, из Барнаула. Понятно. Ясно. Ладно, хорошо, посмотрю. Храни вас Господь. Я уже скопировал. У вас тоже храни Господь. Очень богатые у нас ресурсы. Вот. Можете заходить. Там отвечает, я на сайте отвечаю 4124 вопроса. Я в 5 университетах вел занятия, и всегда вопросы были. По радиопрограммам, когда я их вел, как ведущий. Вопросы всякие, политические, экономические, социальные. Там все найдете. 55 папок. Ясненько. Хорошо, спасибо. Храни вас Господь. Всего доброго. До свидания. Богу нашему слава. Во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь. И будете регулярно получать с нашего канала.